Теперь, значит. Теперь. Значит. Амазон. Знаешь, нахуя вам сдались эти все вафели? Все, а вы видите, что они все мерзавцы, да? Вам тащить их не нужно, да. Всех остальных свалил. И остались только с китайским. Представляете, у тебя больше подруги. Ну да, из пацанов. Ну да. Как вы жили, брат, только здесь не будет ни африканцев, ни полицаев, ни этих вам не надо вафелов тянуть. Пусть я сижу. И вот солнце взошло на грешную землю, и вновь в берега ополасканный брюк. Знаешь, ни разу еще, знаешь, как Якубович, знаешь, песню нашу разобрал. Да, Якубович, сами. Я сейчас только про это осуждал. Девчонки, блядь, амазонки, мне вас искренне жаль, что вы, значит, время тратите, знаешь, исходя из своей положительности, значит, на всяких этих вафелов, знаешь, я своим путем, я свой путь строил, у вас здесь нахуй, у меня тоже здесь путь. Я здесь все-таки, значит, ну, здесь на северной. Я все-таки пластежка, знаешь, я тоже, я джеллоу, не зашел, я как лесной житель, даже в Бруклине нашел здесь лесополосу, это будет, я еще пластежка. И от избытка сердца, говорится, девчонки, мне вас искренне жаль, что вы время тратите на, исходя из своей положительности, уже просто себе, на всяких иждивенцев. Нет, я Ариэль, это тетка, это с просто под водой. Как я себя там чувствую, я все-таки пиратор на землю. Житель. On the ground, да. Даже паладин, значит, и ну а уж тем более эти все африкосы, эти полицаи, все, я имею в виду их выслав, выслаем выгулку, все эти пацаны. К чертям вам эти сдались иждивенцы, которых еще, исходя из своей положительности и жалости к ним, как-то, я не знаю, саппортать знания, потому что здесь они вам нахуй не сдались, понятно. То есть я имею в виду, мы не знаем. Далее говоря, рассуждая в этом ключе, я вспомнил, что здесь же, ортодокс еще оставили. Так, а папок надо будет слетать. А вот у вас пацаны уже тут какие-никакие. Какие-никакие, пацаны, знаешь. А вы там бы ёбались, что ли, начали прикрывать, вот тупые, я думаю. Там эти срашки в отцовы, которые мне гадости похудела делают, правильно? Вы начали выебываться перед амазонками, как бы позиционируя из самих себя, что они пацанов сроду не видали, что ли? Ну, это христианки вообще-то, амазонки, и они общаются только друг с другом. Ну, если представить, в Китае, если с пацанами, то просто как с подругами, я скорее, мы не верим в это. Ну, вы начали выебываться, что вы пацаны, вы такие вафелы, знаешь, а пацаны все вафелы, а я, блин, я тоже. Ну, здесь вообще еврейские ортодоксы есть, а они все русскоговорящие, и по одному приехали сюда срашки, знаешь, как-то, ну, а это пацаны,
очень развитые. Они как минимум знают таблицу умножения. Вот я Антон был, пацанам сразу говорю, даже я не дошел до того, чтобы одеться в еврейскую руку. А пацаны дошли и оделись. Здесь, прикинь, в Амазоне, а они все русскоговорящие. Там, понимаешь, Горький с Гоголем, блядь, отдыхают. А вы начали перед Амазонками оттуда выйти, все тут свои качать какие-то позиции.